первый снег в первых числах ноября – не такая уж большая редкость для Петербурга, для самого северного города-миллионника в мире. Севернее нас по численности мегаполиса нет. Отсюда эти нелюбимые нами эпитеты в стиле «Северная столица», «Северная Пальмира», «Северная Венеция» и далее по списку. Петербуржец никогда не скажет «У нас в Северной Пальмире». Но отношение к тому, что зима близко, всегда было особенное. Еще задолго до «Игры престолов». Наверное, это такая условность, связанная именно с этим днем. И это вот ощущение скорого начала нового цикла жизненного. А вы знаете, вот раньше чуть-чуть был моложе, очень радовался. А вот сейчас что-то уже хочется иногда и дома посидеть у теплой батареи, и книжку почитать, и вина теплого выпить. Или предчувствие зимы – отдельная и большая тема в петербургской эстетике. Начиная от Пушкина, который смеялся над нашим северным летом, карикатура южных зим. Или героев Булгакова, для которых снег в Петербурге – это как образ Родины. Я хочу опять на Литейной. Я хочу опять увидеть снег. Или пример Виктора Цоя, который ломающимся голосом пел: «Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна». Причем Цой не только поэтически, но и фактологически абсолютно прав. Устойчивый зимний покров в Петербурге может сохраняться до 150 дней в году. В таких условиях зима становится не только временем года. Это уже почти часть философии жизни в этом городе. Вот хотелось бы чистого-чистого белого снега, минус 20 и сухо. Я понимаю, что это почти невыполнимо в нашем любимом городе, тем более с теми переменами в погоде, которые происходят в последнее время. Но так этого хочется ужасно. Первый снег в Петербурге, а значит, зима близко. А значит, впереди скука, холод и гранит. Или наоборот, Новый год, Щелкунчик, Мариинский театр и Чайковский. Зима в Петербурге может быть разной, как и ее предисловие в ноябре. От плюс 12 тепла, как это было однажды в ноябре прошлого века, до минус 20, как это было в позапрошлом столетии. Все меняется и все неповторимо в этом городе. Кроме одного, петербургские зимы – это не время года, это образ и смысл, явление и феномен. А первый снег – это повод для того, чтобы задуматься. Надо что-то успеть сделать, надо торопиться, ведь зима уже близко.